На мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны в этот день пришли родные и близкие Михаила Алексеевича. Множество друзей. Он успел оставить о себе добрую память. Понятие дружбы у ветерана войны всегда было особым. У него было такое, что материальные блага – это ничто по сравнению с дружбой людей, которые тебя окружают, на которых ты можешь положиться, которые тебя всегда поддержат. Это у него было святое. Все помнят его. Главное, что все помнят. И столько внимания я не думала, что, ну, ушел человек. И как бы это забывается. Нет. Конечно, это был настоящий пример мужества и преданности своей отчизне. Большая утрата для нас. Утрата как человека, героя, ну и, конечно же, воспитателя, который принимал участие в воспитании не одного поколения. И сегодня ребята, которые здесь стоят, они помнят его как наставника, учителя и пример мужества. Его фронтовые подвиги известны в Курской области и в Калининграде. В его честь названы две школы и одна улица. Настоящего героя всегда отличала скромность и рассудительность. Таким его и будут помнить.